покажу вам сейчас очень простую заправку для цельнозерновых макарон, цельнозерновых спагетти. Творог, вот такой вот соус крем бальзамический. У меня он с клубникой, но по большому счету можно любой. В творожок наливаем, размешиваем. Это у меня вода кипит. Добавляем сюда любые орешки, какие есть. Вот у меня есть арахис и семечки, смесь такая. Перемешиваем. Отвариваем макароны цельнозерновые. А я уже выбросила упаковку. Ну, их сейчас, в общем-то, много на любой вкус и цвет. Отвариваем, добавляем сюда. И получаются макароны с творогом. Кроме макарон, такую заправку можно добавить в обычный овощной салат, либо в запаренный кускус, либо, может быть, еще в какую-то кашку. Я просто больше пока ничего не пробовала. Вот, приятного аппетита! Просто, быстро, вкусно и правильно, полезно.